Гран-при 14-го международного фестиваля документального кино «Соль земли» получает режиссер Евгений Барханов за фильм «Ташакор. Послесловие». Он сам ветеран боевых действий в Афганистане, поэтому и кино о пропавших там без вести воинах получилось таким личным и проникновенным. В фильме несколько историй о героизме советских солдат, попавших в плен, о матери, которая искала своего сына и ездила в Пакистан, чтобы участвовать в обмене пленных, и встрече с полевым командиром, который пленил советских воинов. Для подготовки фильма творческая группа переработала колоссальное количество видеоархивов, документов и ранее не публиковавшихся материалов. Это труд многочисленных рискованных предприятий, и, да, это приятно, конечно, что увидели. Значит, это увидят больше народу. А это значит, проблема живет, и это значит, этих людей будет шанс вернуться на родину, живыми или мертвыми. Всего на конкурс было представлено 67 фильмов. Профессиональное жюри выбрало лучшие фильмы в 5 номинациях, а также вручило дипломы в других категориях, среди которых, например, лучшая операторская работа или многолетний труд и преданность профессии. Кроме того, несколько фильмов были удостоены специальных призов. Картина «Человек неунывающий» получила приз губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Режиссер Екатерина Тимошенко за фильм «Мать» завоевала награду от главы Самары Елены Лапушкиной. Приз от Клуба почетных граждан Самарской области вручили работе Николай Симонов, Петр I из Самары. Фестиваль и вся панорама фильмов, а их в этом году было больше, нежели обычно, отражает именно разные стороны наших забот. Я бы даже не сказала, что это картины нашей жизни, а это наши тревоги, заботы, иногда радости. Все конкурсные фильмы, спецпоказы, выступления гостей и участников транслировались ежедневно в круглосуточном режиме на сайте фестиваля в 7 кинозалах и онлайн-студии. В дни кинофорума в прямом эфире прошли творческие встречи с режиссерами. Зрители могли обсудить картины непосредственно с авторами фильмов. Происходит очень много съемок заготовок, когда еще в целом кадр неизвестен. Там, на хромакее там, и так далее. Но документальное кино, оно всегда будет ценно своей истиной, своим первоначальным совершенно живым взглядом, без всяких хромакеев, без всяких там каких-либо других возможностей цифрового кино. Фестиваль документального кино «Соль земли» традиционно проводится в Самарском регионе в дни празднования памяти Архангела Михаила и объединяет кинематографистов и деятелей культуры из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Таджикистана, Сербии, Швеции, Израиля, Эстонии и других стран. В декабре прошлого года Министерство культуры России официально присвоило фестивалю статус международного. Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.